Сарацева. Сарацев будет двигать сейчас атаку, отдаст на Егорова. Егоров из-за дуги бросит и попадет. Нет, не попадет. Душка кольца оттолкнула мяч, Попов отдает. Ух ты! И это бросок сверху. Очко отставания у хозяев. Одно очко преимущество у гостей. Петруненко отыгрался Семеносом. Хороший пас. Набрать сейчас 3 очка не получается. Егорова не получается выиграть подбор. Петруненко на Шарова. Шаров заколачивает сверху. Нет, бросает просто из-под кольца и набирает 2 очка для своей команды. Своих. И слышит что-то, что может показаться неправильным или оскорбительным. Слушайтесь, пожалуйста, в то, что я говорю. Потому что белом Егоров. Неужто сейчас еще раз попадет трехочковый? Нет. Ах ты, как мяч очень высоко отскочил от передней дужки кольца. И Козлов не смог выиграть подбор. И Шаров набирает еще 2 очка для своих. В белом. И это 65-58. Снова 7 очков преимущества МГУ. Ух ты. Ух ты, как Падун бросал. Я, если честно, думал, что его не опекать, но он может набрать много очков. Но ошибается. В итоге баскетболисты МГУ в атаке следует длинная передача на Шарова. Шаров бросает, набирает 2 очка и будет еще бросать штрафной. Хотя сейчас, возможно, переследует на него передача. Егоров бросает из-за дуги. Нет, снова не точно. Говорю, выключилась его забивалочка. Не попадает он. Следует передача на Шарова. Уже от игроков МГАВКа. Шаров прорывается по кольцу. Ему никто не мешает. Что вы делаете? На Егорове уже висит вездесущий Семенос, который вроде бы был только что на чужой площадке. Лежал на ней и уже вернулся. Ой-ой-ой, какая ошибка от Кослова. Просто подарок Шарову. И Шаров сверху набирает 2 очка для своей команды. Минута 30 у нас до конца четверти. Берет тайм-аут Андрей Павленко. Я возьму тоже маленький тайм-аут. Лично для себя. 76-80. Хотя особо не разотмечаешься, потому что уже завтра будет ответная встреча. Разыгрывает Малаховка мяч. Ух ты! Как разыграли! Как разыграли! Шарош.